Доброе утро! Меня зовут Роман Белов. Помните, если ваши права нарушены, их всегда можно защитить. Я частный предприниматель. В январе этого года взяла кредит под бизнес. Полгода платила исправно. Но сейчас мои дела пошли туго, и я не могу платить по счетам. Подскажите, как мне решить проблемы с банком? Вы можете реструктуризировать ваш долг в банке. Для этого вы можете привести аргументы, которые могут убедить банк реструктуризировать ваш кредит. В первую очередь у вас на руках должны быть подтверждающие документы. Чтобы не быть голословным, подтвердите свои аргументы о временной неплатежеспособности документально. В случае серьезного заболевания представьте копию больничного листа и иные медицинские документы, подтверждающие вашу временную нетрудоспособность. Одним словом, каждый свой аргумент нужно подтвердить документально. Так у вас появится больше шансов на рассмотрение вашего вопроса банком. Кстати, если вы страховали кредит, то можно вместо реструктуризации обратиться по страховому случаю, так как подобные случаи часто бывают прописаны в страховом договоре. В этом случае ваш долг полностью или частично оплатит страховая компания. Интересы банка могут совпадать с вашими. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев суды встают на сторону заемщиков и определяют сумму ежемесячных выплат по кредиту с учетом реальных финансовых возможностей должника. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их по телефону, который видите на экране. Доброго вам дня!